Маршрут Копиапо Антофагаста 8-го этапа ралли-рейда «Дакар-2012» был самым настоящим вызовом для гонщиков. Хотя начало спецучастка, который пролегает по холмам, заросшим кактусами, может показаться легким, но потом наступает череда дюн. Добраться до финальной контрольной точки, затерянной в центре пустыни, было главной целью. Первым завершил спецучасток чех Алеш Лопрайс на Татре. Вторым финишировал голландец Жерар де Рой на Ивеко. В общем зачете они расположились в обратном порядке. В тройке лидеров представителей команды КамАЗ-Мастер пока нет. Ни один экипаж КамАЗа не избежал участи. Все прокололи колеса и на этом потеряли время. Особенно обидно два раза стоял Андрей Каргинов. Вчерашние обидные два прокола кинули его почти на час назад. Генеральные классификации наши пилоты, молодые пилоты, выглядят хорошо. И мы не теряем надежды все-таки оказаться на подиуме. Эрик Хайрулин, пресс-атташе команды КамАЗ-Мастер из Икики, Чили, специально для РЕН-ТВ «Набережные Челны». В команде КамАЗ-Мастер лучший результат на 8-м этапе показал экипаж Айрата Мардеева. Он финишировал 6-м. В общем зачете Мардеев младший проигрывает лидеру чуть больше часа и располагается на 5-м месте. Его отец Эльгизар Мардеев закрепился на 8-й строчке, Андрей Каргинов на 7-й.